Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. В этом выпуске я хочу продолжить разговор о платформе Dominimum. На канале Криптомир, на моем канале уже была информация, был ролик, посвященный этой платформе. Надо сказать, что платформа развивается, токен сейл платформы идет, и то, как и интерес со стороны инвесторов очень высокий. На мой взгляд, платформа Dominimum является платформой, которая, если образно говоря, обречена на успех в связи с тем, что платформа разработана группой профессионалов в области недвижимости и сосредоточена на реализации, собственно говоря, своей деятельности только при помощи технологии блокчейн. Платформа действительно очень интересна и имеет высокие оценки рейтинговых агентств. Здесь вы можете их увидеть, самые высокие оценки. Практически все рейтинговые агентства ставят максимальные оценки платформе Dominimum. До конца токен сейла осталось 40 дней. Есть время для того, чтобы принять участие в токен сейле этой платформы. Также ссылки на нее и белую книгу, а также все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Так как мы видим, здесь также показана активность в соцсетях. Мы видим, что действительно очень большое количество, очень большое комьюнити у платформы, и это неспроста. Давайте посмотрим, как презентуют себя разработчики, что они хотят нам предложить, какую проблему они решают, как они это делают и почему это актуально. Итак, Dominimum – это группа профессионалов в области недвижимости с огромным опытом работы. В целом компания Dominimum начала свою деятельность в первой трети 19 века, в 1833 году. Это говорит о том, что компания, которая занимается недвижимостью, имеет очень большую предысторию и огромнейшее, что говорит о огромнейшем опыте. Это действительно люди, которые разбираются в недвижимости, разбираются в продаже и в сделках с недвижимостью, они знают это дело. Это действительно большие профессионалы. С 2012 года проект Dominimum идет разработку платформы Dominimum, разработку блокчейн платформы Dominimum, разработку своей платформы. Мы используем, разработчики и компания используют собственный капитал и опыт и способность для Dominimum и передает активы недвижимости ценностью в несколько миллионов евро, принадлежащие компаниям-учредителям в Dominimum. Все это говорит о том, что на платформе будет задействован просто сосредоточен огромный потенциал, как финансовый, так и имущественный. На это нельзя закрывать глаза, об этом обязательно, на это обязательно нужно учитывать. На самом деле это ключевой фактор. Это профессионалы, рынок недвижимости один из локомотивов любой экономики. И совершенно очевидно, что он будет востребован, любой продукт на рынке недвижимости, который создается профессионалами, которые работают не одно десятилетие в области, этот продукт, ну, практически наверняка будет востребован. Чем, собственно говоря, занимается Dominimum? Dominimum создает первую в мире глобальную имущественную платформу на блокчейне. Эта платформа разрабатывается как инструмент для улучшения услуг для наших существующих и будущих клиентов с учетом всех слабых сторон на текущем рынке. Имеется в виду отсутствие технологии блокчейн. Используя технологию блокчейн третьего поколения, Dominimum собирается модернизировать одну из самых устоявшихся, но, к сожалению, устаревших или, к счастью, устаревших отраслей в мире. Таким образом, мы видим, что весь свой потенциал, всю свой опыт
до минимума переводят на блокчейн. Это действительно очень логичное решение профессионалов. Что будет происходить? Платформа Dominium построена на дочерней, на дочерней цепи, на дочернем блокчейне Ardor, который в свою очередь произошел из проверенного временем блокчейна NXT. Дочерняя цепь Dominium децентрализовывает торговлю активами и размещает договоры о аренде жилья, соглашения купли-продажи, управление имуществом и многое другое. То есть все сделки будут проходить по будут осуществляться с использованием технологии блокчейн. То есть мы опять же получаем сокращение временных и финансовых издержек, а получаем высокий уровень безопасности, скорость, прибыль, безопасность. То есть вот те преимущества, которые приносит блокчейн и в области недвижимости, это говорит о большом финансовом плюсе, да? То есть о больших финансовых сокращении издержек и, соответственно, получении большой финансовой прибыли. На мой взгляд, платформа более чем актуальна и на самом деле просто действительно очень важно ознакомиться и принять решение по вопросу инвестирования в платформу Dominium. На мой взгляд, мое личное мнение, что это действительно проект, который будет успешным. Немного проектов, о которых можно говорить с полной уверенностью. Я думаю, что проект Dominium как раз относится к ним. В чем стоит сегодня проблема, по мнению разработчиков? Что они хотят улучшить? Мир недвижимости оценивается в $217 триллионов. $217 триллионов составляет рынок недвижимости на сегодня. Но имеет устаревшие технологии, подвержен сложному регулированию и ограничен централизацией полномочий агентов и финансовых учреждений. Языковые и финансовые барьеры также влияют на этот рынок, делая его хоть и прибыльным, но часто недоступным для многих инструментов. То есть, ну, проблема понятна, да, в силу особенностей различных юрисдикций по приобретению или какому-либо управлению, или какому-либо другим имущественным операциям с недвижимостью, мы имеем ряд проблем в разных юрисдикциях. Там, где нет проблем, там больших проблем, например, то мы можем встретиться с бюрократией, с длительным по времени принятием решений и так далее. Какое решение предлагает платформа Dominium? С помощью размещения имущественного финансирования, листингов и управления имуществом на блокчейне, а также предоставления многоязычной платформы со стандартизованной нормативной документацией, рынок становится доступным для многих людей и организаций с разным уровнем достатка и для листинговых агентов. Таким образом, финансы, управление и торговля недвижимостью становятся легкими и простыми. Пожалуйста, ну, то есть решение совершенно очевидно, да? Это вот, опять же, мы приходим вот к такой уже достаточно часто встречающейся фразе о преимуществах блокчейна. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл платформы Dominium. На мой взгляд, безусловно, успешный проект, который просто нельзя пропускать мимо. Спасибо за просмотр моего видео. Знакомьтесь с проектом и присоединяйтесь. Ссылки на сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы в описании к видео. До новых встреч. Пока.